Мышь, мышь, Ромчик, уходь, уходь, уходь. Держи, 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 камыши, да. Ищи, ищи правей. Держи, держи фракцион полностью, нахрапом. Рома, нахрапом. Где он? Рома, уходь опять вправо. Уходь вправо, говорю. Нахрапом. Не спеши, не спеши, не спеши, Ромчик. У нас поклевочка. Есть. Хороший, ребят. Давит отлично. Мы его держим. А! Коряшки эти. Мы на вейдерсы спадают, Рома. А вот почему, ребята, почему приехал на рыбалку? Потому что, посмотрите, что это такое? Это поп-апы классной топовой фирмы Dynamite Baits. Вот такие попики. Вот такие попики с вафтерсами. Посмотрите, легендарные бойлы. Квиток топус. Комплекс Т. 27-миллиметровки, ребят. И соус 15 варенки. Ну, 20-х я не нашел, к сожалению. Ну, попробуем сначала такие. Покатаем, испытаем. И вот таких трофеев споймаем. Обязательно в этом году. Ребят, сейчас находим точки. Плаваем вот под такой корягой. До нее это... 146 метров. А второе место вот здесь, под деревом сделать. Ну, я сейчас еще пройдусь, конечно, поищу по эхолоту. По эхолоту вот здесь, смотрите, хорошее такое место, можно положить оснастку. Ну, а вот кораблик уже сносит сейчас, чуть подальше от берега, 2,3 метра, уже трава, да, там водоросли на дне. Настал тот день, когда мы будем использовать динамит. Правую удочку я поставлю на комплекс Т. Вот такие варенки 20 номера. И возьмем попапчик. Буду делать такие снеговички. Первым делом это срезаем шляпку у попика, потом делаем площадку у бойлика, и вот так сейчас будем пробовать. Так, кидаем наш поводок и видим, что попик приподнимает наш бойлик. Сегодня по крючочкам. Сегодня по крючочкам у меня вот такие Микадо фирма. Это японские крючочки 4 номера. Классификация. И у меня еще есть 2 номера. Но я думаю, сейчас великоват 2 номера весной. Пока будем разлавливать 4 номер. Попробуем разловиться на бойлы в этом году. Вот такие 4 бойла. Сейчас половинки делаем. Нам пополам вот так делим их. Получается 8 штучек. Тоже, ребята, вот такая маленькая жменька на эту сторону.
открыли душку, да, ребята, да, открываю. Не байтранер. Кто меня захейтили на прошлое открытие сезона по карповой ловле, что я на байтранере возил. Но, ребят, ну, начало сезона, забыл просто забыл. Вот, открываем душку на катушке. И погнали. Все, успел, ребята, я до темноты. Ложим последнюю удочку. 2 метра. Все. Сброс. И возврат домой делаем. Положил я одну удочку вот под корч. Вот здесь корч. Вторую удочку я положил, ребят, вот сюда, под вот эту веточку. Видите, с дерева идет клен. И третью удочку вот между вот этими двумя пучками камыша. Все, боец домой возвращается, ребят. Фух, прибыл. Ребят, кораблик — это, конечно, лучшая вещь, которая есть на рыбалке. Не важны так удочки и катушки, как вот этот товарищ желтенький кораблик от Carp Air. Ну, вообще красота. Просто корабль бомбезный. Рекомендую. Ссылочки будут в описании. Настало утро, дорогие друзья. Ночью было пару пропиков. Поклевок не было. Карпик не гуляет. Принял я решение собрать еще 2 удочки. У меня было там в арсенале 2 фидера. Собрал я их. Поставил сигналочки. Все сделал. Сейчас будем подготавливать 2 поводочка. Так, ну что, приступим. Берем 2 небольших горошины. А потом попробуем еще силиконовую кукурузку чуть попозже. Будет ли откликаться у нас рыбка. Вот так продели, ребят. На улице уже такой ветер поднялся. Встречный ветер нам. Дует прям в лицо. У нас поклевочка. Есть. Хороший, ребят. Давит отлично. Мы его держим. Фух. Фух. Это есть. Вышли наверх вывести его. Теперь вниз он пошел на нас. Пошел на нас. Фух, споймал его. Вывели с корча. Это была левая удочка у меня. Она стояла в корче прям. Ну прям в корче. Тут стоял соурус, по-моему, если я не ошибаюсь, 15 номер.
пошел на нас потихоньку, но приостанавливается, ребят. Там удочки, тут рожки, короче. Смотри, не хочет, тут мелко, отмель. Вдвоем нужно в Эйдерса заходить. Опа. Ребят, ну это же сазанчик. Смотрите. Смотрите, на что поклевочка была. Болик вот остался. Еще, кстати, пахнет. Бойлы свежие. Классные просто. Поводочек немножко перепутал. Жесткой плетки у меня нету. У меня она мягкая, мягкий поводочек. И вот такой попик мы подрезали. До 8 номера подрезали вот такой попик, видите? Вот такой красопета нас порадовал, конечно, паровозом. Мы его дождались, ребят. Вот такой красавела. Пошли, дорогой. Ветер поднялся, ребята, такой ух. Вот эту мусорку после прошлых рыбаков надо будет убрать. Ну, смотрите. Вот стоит бокс, да, для мусора. Вот бокс. Ну, сделали ж. Они кидают рядом. Ну, просто кидают рядом. Смотрите. Ну, вот почему не кинуть вот сюда? Это сложно так? Ребят, ну, так не пойдет. Для вас же сделали уже реально вот боксы с мусором. А вот здесь насрано, извините меня. Ребят, сейчас почистим место. Вот эти все камыши уберем, потому что я сейчас 2 фидера заброшу. Вот. А потом ко мне приедет напарник еще, и вот это место будет для него. 3 удочки он поставит сюда на бусбар. А пока, пока он приедет, хочу поставить 2 фидера вот сюда на ближние точки и расчистить вот эти вот камыши, чтобы можно было брать без вот таких вейдерсов нормально карпа. Ребята, поклевочка. Оп, есть! Вижу, где? Под камыша. Фух. Ух. Ой-ой-ой-ой. Держу, ребята. Надо, наверное, наверх идти. Хорошая штука. Хорошая. Не вывел я его из-за фидера, короче. Скажу вот так. Все, сход. Опять, ребята. Опять та самая удочка сразу же сработала. Что там происходит, я не понимаю. Ну давит, так давит, ребята, просто. Там или травы куча, или я не понимаю, я вывести его не могу. Вывел. Вывел вроде, ребята. Вывел на чистое вроде. Ну поклевка, буквально, я ожидал, кстати, поклевку. Я завез корабликами, буквально через минут 10 сработка. Я знал, что сработает. Сел возле удочек и ждал. Собирает лески сейчас у нас все. Фидера надо концовки менять, ставить
эти самые. Я фидером ничего не могу сделать, ребята, смотрите. Давит просто. Фракцион тоже подкручивать не буду. Да. Карпуха небольшой, видите? Или большой. Ну, это хороший, наверное. Тут отмель. Он просто не идет. Там торпеда была перед этим килограмм вам 8. Ух, свечу дал. Все. Этот раз я подниму быстро. Фух. Ребята, лайкос, просто лайкос сразу же. Вот сейчас остановились, ничего не делаем. Я не вытягиваю, а вы сразу вот тут подписаться, кнопочка. Слева лайкос, вот так просто пальцы вверх. Не надо и колокольчик, ребят. Сработка у нас вот такой горошек с пенопластиком. И отлично работает. Просто красивая рыба. Такой чистый. Чистый. Хвост такой. Все такое ровненько. Пузико отъел уже, да? Ну просто красота. Ребята, лайкосик, просто лайкосик. Ветер прекратился. И вот эта ближняя точка срабатывает второй раз за последние 20 минут. То есть сейчас завозим, если еще один паровоз, просто две удочки сюда кидаем. И тут наслаждаемся рыбалкой.